На этих выходных спортивный зал ФОКа АК в Дзержинске превратился в кусочек Японии. На 13-е всероссийские соревнования по сумо на Кубок губернатора Нижегородской области приехали 60 сумо-тори из 6 регионов страны. Татарстан, Северная Осетия, Краснодарский край, Севастополь, Самарская область и хозяйка Кубка – Нижегородская область. После большого перерыва из-за пандемии это первые соревнования по сумо. Все соскучились, спортсмены, тренеры. Зрители, наверное, тоже соскучились, но, к сожалению, только могут они потом записи посмотреть, все желающие будем выставлять. Конечно, очень важно, потому что для спортсмена без соревнований жизнь просто невозможна. Мы очень все ждали этого. К сожалению, конечно, очень много ограничений. Действительно, сейчас проводить соревнования очень сложно. К сожалению, и для самих сумоистов, и для организаторов кубок проходит без зрителей. Но без поддержки спортсмены не остаются. Трибуны заполнили другие участники соревнований. Конечно, организаторам хотелось бы привлечь большее количество спортсменов на турнир, но в разных регионах разные ограничения, и не все могут выезжать. Плюс многие сумоисты сейчас на сборах. Поэтому на кубке решили сделать формат по 3 схватки в одном бое. В связи с тем, что не такое большое количество участников, мы с судейской коллегией приняли решение. Это допустимо по международным правилам. Поединок состоит из 3 схваток. И победитель будет определен в результате 3 схваток. Кубок проходит в нескольких категориях. И у мужчин, и у женщин, наверное, самое зрелищное – свыше 115 килограммов у мужчин. В ней выступают именитые сумоисты. Об оптимальной форме спортсменов говорить не приходится. Ее еще надо набирать. Совсем недавно они приступили к полноценным тренировкам. Первое соревнование, да, после пандемии мы потихонечку только входим в форму. У нас очень долгое время не занимались. Сначала тренер индивидуально отправлял занятия. Онлайн тренировались, каждый самостоятельно. Потом мы на улице начинали заниматься. После буквально недавнего времени начали в зале. Мы, спортсмены, привыкли, то есть к спортивному образу жизни, спортивным мероприятиям. Нам очень тяжело, когда не получается бороться. В этот раз на соревнования приехало очень малое количество девушек, хотя самыми сильными в России считаются представительницы Нижегородской области. С победным настроем на этот кубок приехала и Надежда Суконкина. Она выступит сразу в финале и завоюет золотую медаль. Для победы нужно совместить все факторы. Тут все важно, конечно, и скорость, и техника, и сила, я бы даже сказала. Мне больше как масса даже, в моей весовой категории, а сила все-таки нужна. Такое уже встречалось и на Кубке Европы в том году. По три схватки, по-моему, тоже было. Сложнее подряд соперникам 3 схватки, сложнее из-за... для меня функционалка, конечно. Поэтому здесь еще нужна функционалка. По итогам соревнований спортсмены из Нижегородской области завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. Сейчас они начнут подготовку к отборочным турнирам, а потом и к чемпионату России, который планируется провести зимой-весной следующего года, если пандемия не внесет свои изменения. Так что ждем побед от нижегородских сумо-тори. Артемий Катков и Николай Прохоров. Время новостей.